Вот уже более 5 лет в Ноябрьске несколько раз в году проводится традиционный турнир по мини-футболу среди детских команд «Двор без наркотиков» на призы «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза. Эти соревнования всегда выливаются в настоящий спортивный праздник с непередаваемой аурой искренней эмоциональной борьбы и позитивным настроением. Вот и на этой неделе в дни весенних каникул в спорткомплексе «Зенит» прошел очередной турнир в 2 возрастных категориях. В младшей группе 2 первых места заняли дружины «Газпромнефти», замкнули тройку призеров представители Вангапуровского. У старших дружина самого удаленного микрорайона Ноябрьска выиграла соревнование. Серебро в активе «Газпромнефти», бронза у ребят из 13-й школы. Но, и это тоже давняя традиция, на параде закрытия подарки и призы от организаторов получили абсолютно все участники. Мы стараемся зимой в этом прекрасном зале, который тоже компания «Газпромнефть» построила, подарила городу, проводить эти соревнования. Хороший праздник, и я думаю, что вот в начале мая потеплеет, мы уже на открытых площадках тоже будем проводить такой же турнир «Двор без наркотиков».